Это кинотеатр «Полет». Цена самых дорогих билетов стоит 200 рублей. Очевидно, дешевле, чем в кинотеатрах типа «Карафильм». Внутри очень красиво. Снаружи. Снаружи тоже, знаете, такое ретро. Погружаешься в прошлое, знакомишься с настоящим и чувствуешь, как ты начинаешь прикасаться к будущему. Вот, ребята, именно такие ощущения можно поймать в местах, таких как кинотеатр «Полет».